Приветствую всех зрителей, подписчиков и гостей с наших каналов. С вами Виталий Вульферин. И всем здорово. Жека Дрожа. Да, всем алоха. И Ориона. Да-да-да. И сегодня у нас по планам пойти в пещеру на хищном острове. Пойдем мы на жабе, на кошке и на волке. Поплывем на плоте. Который все проигнорили. А, да-да-да-да, точно. А если в воду спрыгнуть, кстати, ничего не будет, да? А, ну, если допрыгнешь до воды, где глубоко, то ничего не будет. А если пузом ударишься о берег, смотри на меня, оп! А кошка плавает? Конечно, плавает, все плавают. Какая красотища. Виталий тоже плавает, не разбился. Все, погнали на плотик. Да-да-да. Где у нас медленно плывет. Зато у меня там... как быстро плавает. Я же говорила, что мне на жабе будет самое комфортное. Я сейчас бобра возьму. Место. На бобре сильно не попрыгаешь. А бобер не прыгает. Мы сейчас идем в пещеру, в которой будет на хищном острове, как Ориона говорит, в которой будут якобы огромные скалы? Дыры. Нет, там будут обрывы, просто обрывы, страшные обрывы, где легко упасть вниз и разбиться. Поэтому надо брать прыгучих животных. Ну и также, скорее всего, там будут опасные твари, летучие мыши, змеи. Да, с этими я разберусь. Чё. Все как обычно. Опять будем без штанов бегать там, да, по пещере, я полагаю. Спальники взяли? Я выложу спальники лишние. Спальники, да. Все лишние спальники давайте выложим на плот. Один установим около пещерки. Меньше кушать надо, Виталий. Застревать не будешь. Все. Чё-то я тоже застрял. Чё, кого? Куда? Давайте... Женя, что ты строишь? В прыжке заходите. Ну. Отбуксируйте чуть назад. Нормально, нормально. В прыжке заходите. О, хрена, жаба Евгения. Я заметил. Я только заметил, что ли. Чё-то как-то неаккуратненько. У моей жабы кушать нечего. Мяско бы, ладно. В пещере, да, думаю, наберу. Мясо, мясо есть у тигра немножко. А слушайте, ну, я вообще могу плавать, по-моему, быстрее вас. Ну ты плыви, вон и плыви. Чё-то Орёна как-то прыгнула, и полетела назад. Я не могу спрыгнуть с плота, прикинь, смотри, если... Меня подождите! Ты же быстро плаваешь. Я быстро плаваю, да, но что-то я отстаю, подождите. Нет, плохая идея, дайте залезть на плотик. Все, погнали. Кесочка, привезла. Смотри, ты что делаешь? Стой, стой! Ну как месяц плыть будем, ну? Давайте. Виталий упал. Она сама улетела. Куда? Все, поехали, Жень, поехали, все, все, так, сюда, смотрите, поехали. Там могут быть рексы, карна, так что надо быть аккуратнее. Я их всех порву. Женя, ты знаешь, где у нас вход в пещеру? Ну, где мы приручали карна. Ага. Рекса. Ну, и рексы, карна. Рексы, ну, карна. Все недалеко, как бы, можно сказать. Мяско взяли? Да набьем, господи. А, ты имеешь в виду, готово? Да, да. Да? В пещере, скорее всего, будет прохладненько, готовы, поэтому... Не готовы. Поэтому мяско надо с собой брать. И у нас вечереет. Не готовы. Ночь. Да. Ночь наступает, ночь. И вой на закате. Скорпиончики, кошки, рапторы, да. Карна, целая куча. Залижешь их до смерти. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Да, Орёна любит лизать. Жабы всех. Ням-ням-ням. Ням. А мы вон эти. Надо факел достать. Орлы. Темно стало. Подряд. Чё-то много хищников, ребят, не? Давайте, может, мы их пробежим как-нибудь, а? Не будем связываться. Они за нами, блин, не побегут. Они в пещеру. В пещеру, да. Блин, темно, я сейчас вход не найду в пещеру. Так вот он. Где? Так вот он, вот вход. Я вон нифига он, ничего не вон вижу. Дырка. Прям... Ну вот дырка, ё-моё. Ну. Так у меня темноте страшно, я вообще даже своего носа ничего не вижу. Давай, Виталий, за тобой. Вау, меня хреначат! Твою... Кто? Сам Виталий. Да я под водой. Карна, Женя, беги. Бежим в пещеру, или загрызем. Да какую пещеру? Я тут один. Беги! Да. Конечно, этого съесть надо. Я помогу. Я плаваю. О, еще один карна. Давайте, скорпионы. Поплыли, блин.
Да на меня тут все! Деремся! Ё-моё, я в ком-то застрял, чё за хрень? Я в динозаврах застрял! Убегайте, если что, убегайте! Меня динозавры убивают, я в них застрял почему-то! Кошки пришли! Ой, Женю съели! Женю съели, я убегаю! Это писец, я же говорю, я в них застрял, почему? А чё у меня? Я убегаю! А у меня спальник не знает детства. Ааа, всех порву! Один останусь! Тактическое отступление, ребята, простите! Что за балзавря? Я сейчас что, пешком буду плыть? Вы раздеваете? Раптор сотого уровня, ёкарный бабай! Знаете, как сделаем? Женя, ты резнулся на кровати? Ты на орла сядь и прилетай к нам. На орла или на птеродончика. И орла просрём. Всех просрём. Не просрём. Я почему-то орла оставь на плотике. Я вижу, там Виталий бегает. Тактическое отступление. Виталий, я карту взяла на себя, Виталий. Карта на меня. Я почему-то застрял непосредственно в динозаврах. Они не давали мне выйти. А, точно, ведем Карлосу. У Карлоса там турельки должны быть. Да я-то на жабе, видишь, я спокойно могу убежать. Она же отдыхает, когда прыгает. У меня выносливости бесконечная. У меня самое вот комфортное животное. Карлос, помогай. Я на птеродоне прилетел. А, сади его на плотик и можешь сюда куда-нибудь, Карлосу, на базу. О, нет, турельки заработали. Не получится. Не получится, тут Карна, короче, у нас у этой. Сейчас я приду. Сейчас я помогу. Тут Карна, он хрена. Я иду. Ой, я кошка. Я еле вижу, правда. Кошка. Сейчас кошку еще отведу к турелькам. Дай бог, чтоб кошку не съел. А кошка у тебя там осталась? Ну да, стоит пока на этом. Ага, кстати, пробовал. Жень, я видела твой мешочек остался после смерти. Нет. Они тебя просто, получается, зажали со всех сторон. Куча. Да. Я еще видела. Знаешь, если в переднюю у меня атаку, я бы еще защищался щитом. Щит меня хорошо-то защищает. Да, тебя там вообще не жестко со всех сторон. Там и карнотавры, и рапторы налетели. Внезапно, причем. Я в темноте. А вот я вижу тебя. Они меня еще в воду запихали. Ой, раптор. Где? Ну, за мной бежит. Там этот летает еще, этот курлык. И кошка здесь. Кошка и раптор. Я, короче, сейчас их попробую увести. Меня больше вот эти вот беспокоят. Может, мы их убьем всех? Нет, не убьем. Я стараюсь с раптором драться, но он сотого уровня. Нет, с Карной я не справлюсь на лягушке, скорее всего. Тут скорпы! Что-то давай пошли. Повели их туда, к турелькам. Карлос, ну пошли. Они фигачат этот, ребят. Они наш плот рушат. Может, как-то. Че приплыли сюда? Ну, уводи его, Орион, уводи. Сейчас постараюсь. Они фигачат плот, блин. Они уж там что-то разломали кусочек. Тут две кошки и карнотавр. Кошки и карна. Я с адаптером берусь. Я ни хрена не вижу. Ладно, я оставлю зверей здесь. Чей-то мешочек, а вот он, Женин мешочек. Да сейчас я застрял в этой гребаной в чем-то, короче. В ком-то из них. Я пытаюсь кошку убить, залезать до смерти. Так, где этот мешок, ты говоришь? Залежи ее, давай. На берегу. Ну, чё-то я ни хрена не вижу. Ой. Сходили в пещеру. Да чё ты? Давайте, может, наплюем просто на них и в пещерку, они с нами не пойдут. Я без света нифига не вижу, где это. Ладно, свет идет к тебе, Женя. Свет идет. Вообще, ну не знаю, то ли это из-за качества графики, но реально я ни хрена не вижу. Я иду. Я слышу атаку, бой. Вот, что-то. Женя, около меня твой мешочек, около меня. Вот. Просто я же тут дерусь, кого не лень убиваю. Так, забрать, взять все. Хорошо. Тогда я тебе оденусь. Я ничего не вижу, щит со своей каской даже. Женя, тут карнотавр! Женя, карнотавр ждет! Женя! Ну забери его! Я пытаюсь! Он тебя ест! Женя, он тебя ест! Я его лежу, но он все равно тебя ест! Чё ж я такой вкусный-то? Так, Виталий его загрыз, молодец! Виталий сожрал карнотавра. Блин, я без щита остался. Ладно, а куда надо его скинуть. Сломался. Что-то кто-то кого-то бьет. Кошка. И орел здесь бьет твою кошку. Кошку. Кесочку. Кесочку бьет. Блин, забирай кошку. Ты орел ты. Да ёпты. Кошара. Сейчас догоню. Где этот орел? Орел сверху летал. Я его не вижу. Мясо. Нам на плоту не хватает освещения.
Да нахрена надо. Я. Все, сдох, Орел. Все, идемте. Все, в пещеру. Да. Наконец-то. Не без жертв, но мы. Твою мать, кошка, ты тут откуда? Прям на нее. Жень, так ты не бойся, ты загрыз бы. Да просто внезапно. Ой, меня то ли подлакивает, то ли хрень пойми. Где вход? Ничего не вижу. Где-то тут вроде. А, я в деревьях. Вот здесь вход, где-то он. Да, идите. Да-да-да. Я слышу скорпиона, вот. Что ли? Вот он, вот он. Так, меня подождите. Леон? Да-да-да. Проходи. Все, я с вами. Не забывайте, что когда войдете в пещеру, скорее всего, будет... Так я застряла, я же на толстой жабе. Окей. У меня жаба толстая. Так, спальники. Здесь спальники ставим? Ну да, где-нибудь около пещеры или тут, не знаю, можно внутри поставить? Я, спальники, наверное... рушатся вообще? Да, можно. Ну, я, то есть их могут разрушить эти? Да, может, могут, конечно. Все разрушается. Я около пещеры поставила. Я в пещере в самом. Ну, я тоже рядом с Виталием. Нормально. Сейчас, Жень, отъемся немножечко, подожди. Да, да. Ну, пустите, пустите меня! Я хочу поплавать, я застряла. Ну, молодец! Нормально. Ну что, заныриваем? А что, нырять надо? Да, да, надо немножечко проплыть. Давайте за мной, я вам покажу путь. Здесь так красиво. Ваша Маша. Здесь очень красиво. Я ни хрена... О, теперь вижу. Потом, я застряну. Где тут? Как, потом вверх, 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 Виталь. Вот, я вижу, вижу тебя. Как тут вылезти? Вот здесь, вот здесь, вот здесь вылазьте. Это ты! Это я застрял. Сейчас я подсвечу. Давайте по одному. Потому что. Я застрял, Женя, ну ё-моё. Виталь, ты не там вылазишь. Ты кошки. Виталь, ты не там вылазишь. Ты утонул, что ли? Где? Есть. А вот есть мои сардельки. Смотрите аккуратнее, здесь можно свалиться вниз. Вау. Женя, аккуратно. Короче, надо добраться. Где этот Симба? Дайте мне Симбу, я его сброшу. До самого низа надо добраться. Вон, смотрите, сколько там летучих мышей, скорпиончиков. Еще кто-то копошится. Холодно. Да, холодно. Сказали бы, я хоть бы одел бы эту. Слушайте, а что-то совсем холодно. Мы супчики не взяли. Мы ж тут сейчас от холода будем вздыхать. А может, побыстрее, Виталь? Вау! А я что-то не уверен. Иди отсюда нахрен. Веселая пещера. Че, Виталий, это же, ну ты изверг. Сталкиваешься подряд. Народ, мне кажется, мы от холода здесь сдохнем. У нас супчиков нету, и факел не помогает, а мы еще... Ёб твою маку! Виталя улетел вниз! Виталя, ты жив? Пока, Виталий. Я жив, я жив. Виталий жив. Ёб ты рыч! Ёб ты рыч! Кто? Четвертого левела? А, ну Виталий Панков. Волк умер. Что ж ты такой, блин? Виталий просто провалился вниз. Волк умер. Жесть. И Виталя, да? Меня разорвали. Там их много, да, Виталя? Ты там что-то видел. Не умирай только, Виталий. Виталий плохо. Он свою волчицу драгоценную потерял. Надо идти сюда, на жабу. Я тоже упал! А ты как упал? Да он меня в стенку почему-то ударился и все. Почему я не падаю? Ребята, а мне что теперь тут одно делать? Мою эту убью сейчас. О, там такой тусик, офигеть! Офигеть, я вижу, Женя, я вижу, как тебя... Там вообще жопа. Там жопа, поверь мне. Как тебя порвали. Там просто разрывают, ребята. А мне что делать? Разрывали. 116-й меня, Оник, убил. Беги, беги. Просто я не знаю, я прыгнул в одну сторону, он у меня отскочил, да, и да, ударился, да, почему-то вообще с другой. Ударяется, и в итоге тебя отбрасывает куда-то в другую сторону совершенно. И в итоге все вещи я просрал. И там была золотая кепка и золотой пистолет, шикарно. Карно, карно. А во всем виновата Алена. Всем спасибо за просмотр. Во всем виноваты, вы забыли сказать, Ориона, которая предложила пойти в эту пещеру. О, я застряла. Я застряла! Нет, я... Подождите, нет, я не застряла. Я вылезла нормально.
Так, ну погодите-ка. Броня синяя вся. Виталий, ну зато тебе стимул снова что-то набирать. Кирка золотая, пистолет золотой. Подожди, может быть... Здесь умрём, потому что ни хрена не видно. А я вижу дроп. Я, кстати, сейчас заберу что-то интересное. Я-то ещё уже вещи наши забрала. Ну, я постараюсь. Нет. Постаралась? Нет, нормально. Я чуть не упала, но я не упала. Так, я нашла синюю кожу. Меня убил Кар на 138-го. Я... Что? Я аптера взял, Риджей. Я тебя поздравляю, что ты аптере. Я хотел на плот сесть и уплыть. Я вижу артефакт в самом низу. Но там столько. Там полчища скорпионов и летучих мышей. Господи. Плохая была идея, да? А ты представь себе, я сейчас туда упал, и в итоге меня сейчас там загрызли просто. Представляешь, вот это все толпа на меня. Я сверху видела, Виталий, сверху видела тусень. Так я же так же сам упал. Все это. Да, я видела все это, но я бессильно помочь на своей жабе. Я вот тут бегаю, я не знаю, как спуститься. Единственное, что я сейчас могу, это тупо смотреть на этот зеленый столбец. Все, это все. Я в дзен поймал, все. Ты где же? Ну дома где? Так что будем делать? Я дзен ловлю. Так, Жень, ты можешь сесть на орлицу, на орла и прилететь к нам. А еще покормить? Там не наелись карнотавры, да? Ну я чё, слышь, приручали, господи, сложно-то что ли, господи. Я вот думаю, что мне делать, вниз, наверное, спрыгивать не стоит. У нас плот шатают вообще-то. Так там Карна стоит 138 уровня. Ну то он его и шатает, вот он. Вот и мне плот жалко-то. Мы потеряли все при походе в эту пещеру. Не знаю, тут, ну, наверное, волк, наверное, сотого, ты там не знаю, какого уровня нужен, мне нужны питомцы, чтобы все это отбить. Мне кажется, знаете, как надо? Надо вот сюда на уступ встать и отстреливать их с пистолета, с этих летучих мышей. Угу. С гранатомета. А так... Это Дэрион-то выбежала. Нет. Тут подсветил сейчас. Это я в пещере, что? Нет, это я в пещере стреляю. А видно, что же? Через текстуры светится. В общем, я здесь в пещере. Первая ошибка была, что мы ночью пошли. Серьезно, да. Ни хрена не видно было, когда я вылез, и меня зато... просто сразу. Женя, зато какой экшен. Какой экшен. Каска казенная. Понимаешь, там не экшен, там просто раздолбили все мне, что можно раздолбить. И плод заодно. Что, плод все уже, да? Восстановим, все будет хорошо. Ну, вроде живой пока что. Вы же вроде говорили, что вам уже не интересно играть, что у нас все есть. Теперь у нас снова ничего нету. Ну, я такого не говорил. Ладно, пойду как-нибудь. Это ты? Ну, я, да. А вон и Карна. Ну, ты можешь, кстати, его забить на орле вполне так, себе. Ребят, да, да. Мне спускаться вниз пещеры или мне подниматься наверх к вам? Ну, если ты сможешь наши вещи забрать все, причем? Я не знаю, но я могу попробовать спрыгнуть вниз. Если меня забьют, то меня забьют. Или я попробую взять... Дарин, не рискуй ты своей попой, пожалуйста. Жалко, да я уже хороший почти, был плот. Я уже почти спустилась. А что ты думаешь, не сможешь? Жень, да вон, давай долби его, ну. Хотя там такие орды летучих мышей, что-то мне страшновато. Если где-нибудь с краешку... Я не знаю, я долблю его или плот долблю, я вот не так понимаю. Так он ушел уже, нет, Карна? Так вот. Да ё-моё, выплывет из воды! А, там внутри, что ли, куда ещё, ты? Карна? Господи, почему он... я слез? Как я... Что? Я чё я с ней слажу? Воду нельзя вообще-то, же. Я не пытался в воду, меня опять убили! Я орлицу увожу. Да, орлицу. Я увожу орла! Я убил. Дура, иди сюда! У меня тут целые орды. Твою мать, ты взлети, дура! Вот, взлетай! Я про это и говорю! Она вниз взлетай, почему-то. Твою мать! Все, писец. Кого еще? Я больше в пещеру не пойду! Кого еще покормить? Я попробую отбить ваши вещи, ребята. Не обещаю, конечно, но я постараюсь. Да никто не отобьешь, он нашел карту. Вещи ценные, возвращайся. Да я уже лети тут давай, блин, внизу. Блин, капец, еле живая она прилетела. Вот больная эта орлица, короче, поставил ее домой, ну нахуй. Ой-ой-ой-ой! А чё он так летит-то медленно? Где? Возрождусь-то хоть. О, я дома, ни хрена повезло. А где? Почему? Блин, они бегут и бегут.
Что? Ну, там толпень целая. Да я в самом низу, меня усыпили от яда. Все, меня тоже убили. Но я билась как могла. Я раздолбила столько скорпионов, столько пауков, и меня отравили ядом. Я вырубилась. И теперь смотрю, как мое тело жрет скорпион. Жалко, туда нельзя на Рексе прийти. Вот он бы там всех бы порвал. Привел, Виталь? Да вон, Жень, куда ты полетишь-то? Конец мне. Провисончик, сохранение, видимо, на сервере, да? Все. Ориону... Ошибка! Меня выкинуло с критом. Ошибка. На тебе еще добив. Капец, меня вообще выбросило из игры. Ай, блин, ладно, сейчас перезапущу. Очень удачная попытка. 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 Зато какой экшен. Женя, где ты еще видел столько боли и страдания, столько экшена, как не в арке? Don't starve. Don't starve. Там перманентная смерть так-то, так что... Так что я запускаю игру. Какого хера вы тут расходились? Сраные кошки. Ориона, блин, ну да! Что? Это пещера была? Вы согласились пойти туда? Я виновата, да? Да. Все дружно ненавидят меня. Мы потеряли все, Виталий. Зато ты сможешь, у тебя будет цель снова убивать Альфа-Раптора, Альфа-Карна. Снова раздобыть себе золотую кирку, золотой пистолет. Виталий, зачем ты его убиваешь? Просто так, я рисую из дома, да? От злости. Так вот этих мне помоги убирать, зачем ты левый? Кошек, чтобы он больше не приходило туда, ну... Какие? Да вон там хрен знает где, тут три кошки. У меня еще текстуры не загрузились. Да сдохни ты уже, господи! Ай. Ну, Орел, иди помогай. А, ну я голышом, дай мне хоть что-нибудь в руки взять, какую-нибудь копье. Я тоже голышом. Ну, голышом, я на орле дерусь. Да, куда ты? What the fuck? Нет! Так, она меня просто десантировала такая. Иди в жопу, хозяин, я сдыхай. Кошка на плот забралась, ё-моё, ну. Сейчас я приду. У нас там есть какая-нибудь птица или кто-нибудь, на ком я смогу прибыть? Орёл, короче, ребят. Орёл еще один остался же. Да, идите. Так... Я вижу все. В пещеру не пойдём? Она срёт на Карна, Жень. Я срала на вашего Карна. Одежды нету. Покушать взять чуть-чуть. Кошки. Так мы в пещеру не пойдем больше? О, вышел камень. Вот он. А ты доходила сама до конца пещеры? Да, я доходила в одиночной игре. Но только там не было скорпионов и летучих мышей. А почему у нас тут их, ну, из-за того, что кооператив? В одиночной игре там, я не знаю, сейчас исправили, не исправили, но раньше все пещеры были пустые. Не исправили? Пустые? Да, все пещеры пустые полностью. К сожалению. Нет ни жучков, ни паучков, никого. Так, ну и чё, я к вам лечу? Ну, Женя-то дома уже. Ну да, но там птер остался, блин. Ой, птер, кошка идет. Я же говорю, там птер. Так что, ребята, можно на этом закончить тогда, если желаете. Вот у нас такая небольшая, коротенькая серия о том, как мы сходили в пещеру. Плот можно оставить. Да забейте на этот плот уже, хрен с ним. Попытка не пытка, да? Нет, я плот сейчас приведу. Ага, давай. А что там, что-то опасное на плоту, да? Опасность. I'm dangerous. Вижу, карнотавры ходят, кошки, но они подальше. Да Карлов, что ли, летает? От нашего плота. А плот-то у нас раздолбанный. Да, забей. Карл, что ли, кто это? Почему забей? Сейчас я. А где твой птеродон? Да забей. Да вот он около меня летает. Ага, ну ты его заберешь тогда? Да, я его веду домой. А я плот уведу сейчас. Уведу. Плотик. Все, я поплыла. Не горюй. Нет, это не Карлс, это тот другой. Так, надо его развернуть. А чё вы говорили, что-то с плотом не так? Расхреначили его полностью, что с ним не так? Ну так это не страшно. Ну да, ну просто, да.
Я сейчас посмотрю на базу Карлоса. У меня ж видюха начинает пищать. Такой звук издает, знаешь, как будто там сейчас взорвется. Что там красное валяется? Или это чей-то труп в воде? Да знаешь, сколько трупов? Все, плывем домой? Да. Заканчиваем, да, ребята? Да, заканчиваем. Получилась у нас такая небольшая, коротенькая и немного печальная серия о походе в пещеру. С вами был... С вами был Виталий Вульфрин. Всем пока, ребята, да. И Жека Трожа. Да. Не волнуйтесь за нас. Виталий нафармит снова. Что-то. Виталий любит это дело. Виталий обожает. Вы вот не знаете, да, а Виталий вот по ночам фармит. У него такой вот фетиш. Да. Все, ребята, так эпично начиналось. Всем пока-пока. Да. Я давай. Да, пока-пока.